Новосибирские общественники сегодня проехали по центру города в телеге. Таким необычным способом они привлекли внимание к состоянию дорог. По мнению активистов, перемещаться по улицам сегодня безопаснее на гужевом транспорте. Николай Сальников о тех участках, где даже лошади теряют подковы. На лошадь Варвару сегодня возложена особая миссия. Она везет общественных деятелей, чтобы оценить качество новосибирских дорог. По мнению активистов, асфальтное покрытие абсолютно не соответствует нормам. Последние 5-6 лет у нас весной начинаются полевые бури. А это та самая песко-соляная смесь, которая у нас ненадлежащего качества. Ну и плюс из-за этого очень сильно замыты ливневки в городе Новосибирске. А талые воды не уходят в ливневую канализацию, остаются на дороге. И переходы нуля у нас их много, и в том числе и осенью даже. Это Сибирь у нас, здесь климат такой. Они убивают верхний слой асфальта. Еще одна дорожная беда Новосибирска – колейность. Причина – устаревшее основание автомагистрали и использование неподходящего щебня и битума, уверяют общественники. Мы очень много бываем в автопробегах по стране. Проехали от Магадана до Севастополя всю страну. Колея есть только в Новосибирске. Частично она бывает в Москве, там на некоторых участках кольцевой автодороги. И один раз видели под Нижним Новгородом на федеральной трассе. Все остальное – это только Новосибирск. В ближайшее время активисты собираются изучить состояние дорог в районах области. Я извините, прервал замечательный диалог. Мэрия комитета административного корпуса. Давайте попозже. Нет, не попозже, не попозже. А что, нельзя было к нам зайти, что ли? Это что за несанкционированное мероприятие? Так у нас же не митинг. Что значит не митинг? Публичная акция свернута. Хозяйка лошади не хочет представиться, но говорит, животные на дорогу никогда не жалуются. Однако, чтобы почувствовать путевые изъяны, достаточно взять в руки вожжи. Можно определить по извозчику, насколько мне там некомфортно, когда телегу трясет по ямам. Какие у вас самые нелюбимые маршруты в городе? Нелюбимые маршруты? Пересечение вокзальной магистрали и Советской. Отвратительная дорога. Поможет ли сегодняшняя акция улучшить качество новосибирских дорог, пока неизвестно. Однако Варвара от поездок пока не отказывается и без затруднений вклинивается в городской поток. Николай Сальников, Сергей Жданов, новости ОТС.